А что это у нас? Лёлю никто не спрашивал, но Лёля решила это сделать. Тише, не трогай штатив. Тише, не трогай штатив. Вполне себе такая сенча. Пахнет она вполне себе так. По-сенчевски. Даже вон кот в кадр залез. Уж животное. И чайник у меня сейчас как раз в той самой температуре, как и должен быть. Практически. Как раз пока закидываю чай, он и дойдет. Палочка одна упала на пол, ну ладно. Печаль, конечно, но что делаешь. Воду у нас такие отключили, а я таки успела ее набрать. Я уже успела помыть посуду. Вот так ее как-то закрыть. О, закрылась. Ложечка, кстати, была в Грейс, Гужан. Если какие-то звуки, я так вот в ванну поперся. Воды нема, а я собиралась ведь печенье апельсиновое свое, не знаю. Я, в принципе, запаслась этой водой. Вон там кусок банки на окне видно, еще кастрюлька, в ней тоже, кстати, вода. Ну, пока у нас тут. Вон там тоже вода. Какие-то звуки, если сбоку, то это кот у меня кушать решил. Тут как раз 2-3 минуты, пока оно настаивается. Я тут руки кремом помажу. В принципе, я могу и это включить камеру и попробовать заваять печенье по рецепту из кукпеда.
И корица у меня есть, и сода есть, и кукурузная мука, и масло растительное. Мед надо сообразить, как, в чем бы его взвесить на весах. И апельсин у меня тоже есть, даже два. Один так сожрем, а другой в печенье уделаем. Кстати, он идет вместе со шкуркой. Но так как я уже как бы есть хочу немножко, то, наверное, я сначала перекусю, а потом уже включу камеру и буду писать, как я это делаю. Пока я схожу за чашкой стеклянной. Поднять, наверное, надо будет. Листики у нас распустились. Лапа у Лёлика дрожит. Горячо. Ну, таки вполне себе, Санчо. Вот такие дела. Всем пока.